Я представляю вашему вниманию еще один сорт острого перца. Попробуйте угадать, что это за сорт. Он такой красавец. Да, это скорпион. Шоколадный скорпион. Такой красивый перец. Смотрите, какая пупырчатая у него поверхность. Вот с таким вот жалом созревает такой перчик от зеленого цвета и до темно-шоколадного цвета. Вот такой вот. По остроте этот перец превосходит своих братьев красного и желтого. Это довольно очень-очень острый сорт. Он довольно высокоурожайный. Высота такого растения может достигать 1,70 м в высоту в теплице. Он очень высокоурожайный. Очень большое количество у него плодов. Вот смотрите, какая красота. Вот с таким вот жалом. Срок созревания такого перчика от 120 дней. Все в зависимости от погодных условий. Такой вот крупный красивый перец. Просто нереально острый. Это растение многолетнее. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и на подоконнике, в теплицах. Если теплицы у вас отапливаемые, их можно выращивать много лет. С одного куста, если вы выращиваете в теплице, можно за один раз собрать до 3 кг такого перчика. Этот перчик вроде кажется крупным, но он очень легкий. Он тонкостенный. И потому на 2-3 килограмма будет очень-очень много. Он практически невесомый. Вот такая вот красота. Мне кажется, наверное, любой бы перцевод мечтал бы подержать в своих руках выращенный собственно такой красавец. Разве это не красота? Масса удовольствия держать в руках такой перчик. Очень красивый и очень острый. Этот перец выращивается в Тринидаде и Тобаго, на островах. Какая красота! Смотрите, какой красавец! Так что выращивайте такой перчик у себя дома. Вот он у меня рос в открытом грунте. Я живу в Харькове, в Украине. Так что если у вас погода позволяет, можно свободно выращивать его в открытом грунте. Агротехника выращивания такая же, как и сладкого перца. Ничего сложного нет. Самое главное, его надо прикрывать обязательно. Сеточка притеняющая, 45%, и все. И у вас будет такой же точно перец. С него получаются суперострые соусы, просто нереально острые. Так что выращивайте у себя дома. Всем удачи. И желаю вам тоже держать в руках такого красавца. Всем пока.